О покаянии еще несколько слов хочу сказать. Я говорил, что покаяние – это действие. Чтобы не ошибиться в этом действии, нужно главное условие. Мы слышим заповеди Христа и пытаемся их исполнить. И у нас не получается. И мы снова пытаемся их исполнить. И у нас опять не получается. И мы подходим к тому состоянию, что мы несостоятельны. Но если вот после этой точки мы остановились, то остановилось и наше покаяние. Подход к этой точке очень важен. К этой точке мы идем своими силами и упираемся в стену. И, наконец-то, начинаем понимать, что нам это невозможно без вдохновения от Духа Святого. Но мы не останавливаемся в этой точке. Самая главная ошибка, когда вот человек останавливается в состоянии своей несостоятельности. «Я ничего не могу». В этой точке ты не имеешь права говорить «я ничего не могу». В этой точке ты кое-что можешь. В этой точке ты можешь не отчаяться и все равно пытаться. Да, после этой точки ты понял, что результат окончательный возможен при помощи Божией, по вдохновению Духа Святаго. Но твоя часть в этом присутствует. Ты должен двигаться. Ты должен шевелиться, барахтаться. И тогда часть Божия к твоим усердиям прилепится. И вы вместе будете побеждать. Две главные ошибки. Первая ошибка новоначальных, гордых юнцов духовных, которым кажется, что они все могут своими силами. Это первая, самая наивная ошибка. И вторая ошибка, когда этот юнец накувыркался, наошибался, надорвался, уперся лбом в стену. И вторая ошибка – только Бог может помочь. Бог не помогает нам без нас. Ему нужно, ну, хоть малое наше усердие, как доказательство нашей искренности. Через вот эти потуги мы Господу показываем, да, Господи, мы хотим, мы не можем, но мы очень хотим. И вот это слово «очень» доказывается не отчаянием нашим, а несмотря ни на что, попытками. Вот покаяние – это деятельный акт. Это динамика, это не статика. Просто сидеть и нюнить «я грешен, я виноват, я бесконечно виноват» – это ничего не изменяет. Доказательство нашей искренности – это действие. Действие, которое, конечно же, понимает, что оно не в силах совершить кардинальное изменение, но действие в силах доказать Богу, что мы что-то пытаемся. Мне когда-то в жизни в одном духовном деле люди стали, наблюдающие со стороны, стали иронизировать. «Отец Сергий, у тебя ничего не получится». Я говорю: «Может быть, и не получится. Но там я смогу сказать: Господи, я хотя бы попытался. А что скажете вы?» Нужно действие.